Меня зовут Наталья Ларгина. Живописью занимаюсь 4-й год. Я очень люблю масло. Все мои картины выполнены в монохроме. Мне кажется, что черно-белая гамма может выразить безумное количество чувств и эмоций. Представленная картина в финале – это одна из серий ассоциаций. Мне всегда хотелось представить, с чем я могу сравнить то или иное животное, с каким фруктом или с каким цветком. Вот это первая из серии, и у меня возникла именно такая ассоциация. Если у вас появится другая ассоциация, глядя на это полотно, я с удовольствием услышу ваше мнение.